Когда появились таджики, как нация? Таджики, как народ, сформировались к 9-10 векам, но их корни уходят к древним иранским племенам, которые населяли территорию современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Эти племена, такие как сагдийцы и бактрийцы, сыграли ключевую роль в формировании таджикской идентичности. С приходом арабов в 7-8 веках таджики приняли ислам, что существенно повлияло на их культуру и обычаи. Однако даже после исламизации они сохранили свой язык – таджикский, который является одним из древнейших живых языков и относится к персидской группе. В средние века территория, населенная таджиками, стала частью великих государств, таких как Саманидское государство. Именно саманиды сыграли важную роль в культурном расцвете таджиков, развивая персидскую литературу и укрепляя исламскую культуру. Современные таджики – это персоязычный народ, сформировавшийся к 9-10 векам на основе древних иранских племен и исламского наследия, что делает их уникальными представителями древней и богатой культуры Центральной Азии. Гении Таджикистана. Таджикский народ внес свой вклад в науку и культуру, и многие открытия их ученых оказали влияние на развитие мировой мысли. Вот несколько ярких примеров. Абу Али ибн Сина, Авиценна, один из величайших ученых Средневековья, автор знаменитого труда «Канон врачебной науки», который на протяжении столетий был основой медицины во всем мире. Его исследования в области анатомии, фармакологии и психологии сделали его именем нарицательным в истории науки. Абу Райхан Бируни – выдающийся ученый и исследователь, который внес значительный вклад в астрономию, географию и математику. Он точно определил размеры Земли и дал точное описание многих природных явлений. Его работы стали основой для дальнейших исследований в исламском мире и Европе. Омар Хайям – известный математик, астроном и поэт. Он внес большой вклад в алгебру и разработал более точный календарь, чем григорианский. Его научные труды до сих пор изучаются и признаются важными в истории математики. Эти выдающиеся таджикские ученые изменили свои области знаний и внесли огромный вклад в развитие мировой науки и культуры –